Друзья, всем привет! Очередное видео записываю для YouTube-блогеров. Значит, тема этого видео будет кулинарная. То есть, про мой второй кулинарный канал, который мы ведем вместе с женой. Я хотел бы поделиться своими впечатлениями по поводу кулинарного канала. Это мои сугубо личные наблюдения, вот, возможно, то же самое будет происходить у вас, а возможно у вас сразу же все и попрет на канале. Итак, давайте посмотрим. Дата регистрации канала 29 июня 2019 года. То есть уже скоро, точнее не уже, а уже канал год, больше года каналу. Что-то у меня в голове июнь до сих пор, уже июль даже. Вот, на данный момент на канале 126 945 просмотров я хотел бы сейчас поделиться с вами своими наблюдениями по, по поводу того стоит ли заводить кулинарный канал или не стоит значит начнем с одного моего наблюдения значит как мы кулинарный канал этот вообще э, завели то есть изначально мы и планировали заводить кулинарный канал начали что-то пытаться готовить на совсем на совсем хреновую камеру После уже купили смартфон Xiaomi Redmi 7. Камера здесь, конечно, получше. Сейчас все снимается на этот смартфон. Ну, конечно, в будущем мы купим более профессиональное оборудование, чтобы снимать. Но сейчас делаем так, как есть. Вот. В процессе съемки кулинарии, значит, мы в квартире в своей делали ремонт и э, одновременно снимали некоторые видео по ремонту. Вот. Но потом я решил этого не делать, чтобы как бы общая часть видосов была именно кулинарная и больше видео не стал снимать. Но поделюсь сейчас в этом видео своим лайфхаком. Если у вас э, есть тяга к ремонтам, если вы умеете ремонтировать квартиры и делать всякие прибамбасы в квартирах, например, там натянуть натяжной потолок или как-то установить плинтус профессионально или как-то вскрыть лаком двери, более лучше, чем мы это сделали, то я это рекомендую вам делать. Если вы строитель, заводите строительный канал. Вот именно по строительству просмотры пруд. Если вам интересно, можете зайти на мой видеоканал и посмотреть, выбрать те видосы, которые по ремонту. И посмотрите, сколько там просмотров. То есть, отличается намного, чем от эм, просмотров видеороликов по поводу кулинарии. Итак, поехали! Значит, что я вам хотел рассказать-то? Хотел рассказать вам следующее. Значит, я вот заметил, что подписчики-то не сильно идут. Да, я понимаю прекрасно, что в начале, когда только канал завели, мы снимали на, ну, на плохую камеру. Вот, сейчас, конечно же, я стараюсь делать съемку видеороликов через смартфон и как бы делать съемку с разных ракурсов что в принципе рекомендую вам делать потому что нужно делать съемку с разных ракурсов для того чтобы человек задерживался на вашем видеоролике это какая-то там очень сложная психология в которой ну я не разбираюсь но я это все подсмотрел в интернете на обучающих курсах вот значит ребята снимают свои видео с разных ракурсов не только кулинарию но любой вид... любая другая тематика должна сниматься с разных ракурсов то есть приближенная съемка отдаленная съемка съемка как то сбоку там сверху и тд и тп вот. это заставляет человека смотреть ваш видеоролик чуть больше по времени если он заинтересован смотреть потому что изменяется картинка и как бы мозг мозг от просмотра не устает. Как-то так. Вот. Поэтому посмотрите видеоролики, как я меняю ракурс. Съемку веду на смартфон через паузу. То есть, если я... То есть, ну, монтаж видеоролика через паузу происходит намного быстрее, чем, допустим, каждый кусок монтировать в отдельности. Вот тоже это имейте в виду. Итак, значит, что хотел сказать по подписчикам. На данный момент у меня 487 подписчика на канале. Ребята, если вам не трудно, то перейдите по ссылке в описании на мой видеоканал и подпишитесь. Все-таки хочется уже вывести его на монетизацию, но это делается очень-очень тяжко. Почему люди не подписываются? Почему такое маленькое количество подписалось уже каналу больше чем год? Потому что, смотрите, ну, к примеру, берем, беру я сам себя, отвечая себе же на вопрос. К примеру, мне интересно посмотреть, как, я, как человек варит вишневый компот. Я хочу его сварить. Я зашел на канал, посмотрел, как это сделал человек. И все. Я увидел э, рецепт приготовления. Я посмотрел и ушел. Почему? Потому что, ну, я, допустим, я лично не заинтересован подписываться например, на кулинарные каналы и отслеживать, что же в этот раз приготовит э, вот этот автор. Вот. Это могут только подписываться, к примеру, фанатики, да, фанатики кулинарии, которые отслеживают какие-то новые рецепты, пытаются их сами приготовить, э, вот, э, и как-то следят за этими темами, либо могут подписываться к вам такие же видеоблогеры кулинарные, чтобы отслеживать у вас темы для видеороликов. Вот, подсматривать какие-то рецепты и их сделать делать уже как бы от своего имени то есть это уже будет уникальный контент но только от, от другого видеоблогера вот как бы так, поэтому левые подписчики, которые захотели посмотреть ваш рецептик допустим, как сделать вот эту божественную яишенку. Человек, допустим, хочет сделать, пожарить как-то яйца необычно, да, и он в Ютубе там вбивает, как пожарить яйца, способы или варианты, или рецепты. И, возможно, где-то в поиске вылетит вот этот мой видос, вот, и человек посмотрит его, все то же самое повторит, приготовит там красивый завтрак, завтрак, либо ужин, и все, и он не подпишется на канал. Но надеюсь, вы поняли. Вот. В процессе съемки, вот видите, даже видос есть, как собрать вентилятор. Сейчас лето. Сейчас очень сильная жара. И мы решили купить вентилятор побольше. На кондиционер не решились, потому что кондиционер, во-первых, стоит дорого, во-вторых, я боюсь, как бы заболеть под кондиционером. И то побаиваясь, когда вентилятор включенный, чтобы не просквозило. Но. Вот. В процессе, в общем, на, значит, записали вот этот видос. Посмотрите по просмотрам. Сразу, вот, 5 дней назад, 237 просмотров выстрелило. Это уже хорошо для моего канала, потому что, допустим, как говорить компот, всего лишь 9 просмотров. Но опять же, здесь статистика неверная на канале. Вот смотрите, варим вишневый компот. Вообще нет просмотров. Если зайти в менеджер видео, там уже 17 просмотров. Что-то YouTube подглючивает. Вот, значит, вот такие вот мои Выводы по поводу кулинарного канала. Значит, подписчики подпис... подписываются нехотя, вот. Но опять же, призываю вас, если вы просто мой подписчик на моем канале, то подпишитесь. Я побыстрее наберу тысячу подписчиков и наконец-то выведу свой канал второй на монетизацию. Вот. Вроде бы ничего не упустил. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, комментарием в комментариях под этим видеороликом, как вы. Раскручиваете свой канал. Да, кстати, еще не забывайте подписаться на мой первый канал, но опять же, на второй канал наверное, подписывайтесь. На первом канале вот есть вот такой вот плейлист, который называется YouTube. И вот здесь я записываю, значит, видеоролики обучающие. То есть я записываю все процессы работы, через которые я уже прошел, для того, чтобы вы не наступали на одни и те же грабли, на которые наступал я раньше, чтобы вы на них не наступали. Вот смотрите, обучайтесь. Я думаю, я думаю, вас заинтересует этот плейлист, если вы начинающий видеоблогер. Вот, значит, что еще хотел вам сказать по поводу кулинарного канала. Значит, 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 в первую очередь, это, если вы начинающий блогер, да, не забывайте делать SEO-оптимизации своих видеороликов. Если вы просто будете штамповать ролики без SEO-оптимизации, то, соответственно, вы будете работать в холостую. Нужно делать SEO-оптимизацию. Об этом я рассказываю на своем первом канале. Вот в этом плейлисте. Здесь есть специальный ролик SEO-оптимизация 2020. Поэтому обязательно смотрите. А также, значит, какая задумка на этом канале кулинарного у меня вообще? Значит, в первую очередь, конечно же, записывать разнообразные видео со, со всеми простыми рецептами, которые имеются. Как говорится, не самые забубенные рецепты, там, а какие-то самые простые рецепты. И чтобы эти рецепты выстреливали как можно больше в поисковых запросах, чтобы были разнообразные, допустим, вот фаршированные кабачки, да, и поехали. Как кабачки нафаршировать, как кабачки пожарить, э, как кабачки законсервировать и т.д. и т.п. То есть, с этих кабачков можно выдавить примерно видео, может быть, 10. Эту тему, значит, сделали одну, закрыли эту тему. Потом поехали, допустим, яйцами заниматься. Как пожарить оригинально яйца? Вот с, этого, с этих вот яиц, да, у меня есть специальный плейлист по яйцам. Тут можно выдавить ну не знаю, но видео, наверное, 30, а то и 50 вот с этой тематики. Далее погнали, к примеру, как варить компот. Начинаем записывать видео. Как варить компот из вишни, как варить компот из персиков, из абрикоса, из черной смородины, из малины. В общем, все, которые фрукты есть, из них можно варить компоты. Поэтому выдавливаем тему, высасываем ее из пальца, как говорится. Вот, смотрите, вот как раз, вот варим вишневый компот. Вот последний видеоролик. До этого был, как варить компот, по-моему, вишня, яблоко. То есть начинаем делать разнообразие. Надеюсь, вы поняли. Вот, допустим, классная тема это про курочку. Как можно запечь курочку с лимоном, с апельсинами, э с яблоками. То есть запеченной курицы можно тоже выдавить очень много видео, а также можно выдавить еще видео дополнительно, как пожарить просто крылышки куриные, как пожарить куриные бедра, куриную грудку, куриные попки и т.д. и т.п. То есть, надеюсь, вы поняли мой посыл, то есть нужно выдавливать с каждого, допустим, с каждой темы нужно выдавливать максимум видео, чтобы ваши видео ранжировались в разностороннем порядке, чтобы человек на любую тему смог найти ваше видео и дать вашему каналу просмотры. Поэтому, надеюсь, вы уловили, к чему я стремлюсь. Вот. Да, кулинария это очень сложная штука. Особо, особо готовить не сильно-то я люблю, но приходится это делать чисто для кулинарного канала. То есть, поначалу были видеоролики, когда я сам готовил. Но, если честно, этот процесс э, записи видео занимал очень большое количество времени, потому что нужно было советоваться с женой, нужно было это все, чтобы она мне объясняла, чтобы я на камеру озвучивал. Сейчас я в последнее видео просто снимаю, с вами здороваясь. Для чего я с вами здороваюсь, а потом жена все это с сним... точнее, потом жена это все готовит, а я во время съемки все озвучиваю. Во-первых, у меня голос э, более э, бас, чувствуется, и она, когда начинает рассказывать, у нее какой-то писклявый, то есть это тяжело, ну, надо, на... в монтажной программе нужно делать громкость, наваливать на весь максимум, чтобы ее услышал человек. Микрофон можно купить, да, я согласен с вами, можно купить петличку повесить, но еще петличку мы не используем. Во-вторых, жена быстрее готовит, я только снимаю процесс готовки ее и озвучиваю. И в-третьих, почему я в начале видео вам все говорю привет привет и в конце видео иногда говорю пока это нужно делать потому что в будущем будут обращаться рекламные агентства вот и когда человек присутствует в ролике вот тогда это дает плюс вашему каналу если вы обезличены, то есть если у вас канал обезличены, то это уже, конечно, проблематично, но все равно рекламные спонсоры обращаются. Но опять же, я просматривая видеоуроки, я обучаюсь, я и на своих ну, свои выводы делаю по этому всему. То есть желательно, чтобы вы присутствовали в кадре, хотя бы ну не в полный не в полное видео, то есть не не полностью присутствовать в видео, хотя бы просто поздоровайтесь, чтобы вас люди видели. Вот это очень полезно, это очень полезно в будущем. Так, что-то еще хотел сказать, ну и по ходу пока рассказывал, упустил По поводу рекламы, все вам сказал Вот, ну еще какой плюс в кулинарных каналах Значит, к вам могут обращаться реклам... рекламные агенты или, или какие-то фирмы И обращаться, допустим, по поводу бартера Вот, к примеру, снимите, допустим, видео про какую-то мультиварку, да, какой-то фирмы вот, и мы вам за это ее подарим. То есть вы просто делаете рекламку, допустим, какой-то мультиварки или каких-то ножей классных, озвучиваете видео, и человек вам бартером просто не деньгами, а товаром платит. Тоже, кстати, прикольно. Я замечал у многих кулинарных блогеров вот такую, вот, такую рекламу, как бы. Вот, то есть человек что-то режет там этим ножом, и одновременно он его рекламирует. То есть такая скрытая реклама. Ссылочку он оставляет в описании. Ну и, соответственно, рекламодатель довольный. Ютуб-блогер доволен, получает за это взамен либо товар, либо деньги. На этом все, ребята. Пишите свое мнение по поводу кулинарного канала. Пишите свои комментарии обязательно. Обязательно пишите либо мне в группу ВКонтакте, либо под каким-то любым видеороликом. А также ну, не забывайте, пожалуйста, подписаться. Я вас очень прошу. Нужно довести эту отметку до 1000 подписчиков. И также зайдите на мо... в мою группу ВКонтакте. На данный момент там вас ждет сюрприз. На этом все, всем спасибо за просмотр. До новых встреч, пока.